А сейчас перенесемся в США. За 24 часа до ожидаемого дефолта, несмотря на умеренный рост котировок на биржах, в стране ожидают паники среди инвесторов. Поправить ситуацию может лишь новое повышение потолка госдолга, который уже подходит к отметке в 17 триллионов долларов. Сегодня Барак Обама в очередной раз попробует найти общий язык с республиканским большинством в Палате представителей Конгресса. Без их голосов повысить лимит внешних заимствований и тем самым избежать банкротства невозможно. Взамен от президента требуют притормозить с реформы здравоохранения, которая была его главным предвыборным обещанием. На этом фоне международное агентство Fitch собирается пересмотреть и, возможно, понизить кредитный рейтинг США, тем более, что ведущие банки Америки уже вовсю готовятся к самым худшим сценариям.